Что посеем, то и пожнем. Задачи на грядущий период весенних полевых работ обсудили сегодня на заседании штаба в областном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Основой для программы стал опыт прошлого года. Известно, что минувшее лето было не самым удачным для ярославских сельхозпредприятий. Однако по многим показателям регион остался на уровне и по некоторым направлениям даже превзошел ожидания. Например, область до сих пор держится в лидерах среди субъектов ЦФО по овощной линейке. За прошлый год выросли показатели по льну, а также по кормовым культурам и посеву озимых. Одна из основных задач на год текущий – это сохранить объем посевных площадей, где имеется потенциал. Будет продолжена и программа по введению в оборот неиспользуемых сельхозугодий. Сейчас в регионе около 150 тысяч гектаров, которые предлагаются инвесторам. Также поставлена задача более эффективного использования и ранее обрабатываемых земель. Также мы ставим задачи, чтобы предприятия работали с плодородием почвы, и те денежные средства, которые направлены в виде несвязанной поддержки, сейчас производили закупку минеральных удобрений. Для этого также правительством разработаны механизмы, это льготное приобретение через областной лизинг.